жизненной навигации, коммуникации и общения, а также лидерства в современном мире. Основные направления работы образовательных площадок смены будущее России. И лидер – это человек, который имеет твердую жизненную позицию, знает, к чему стремиться и как добиваться желаемых результатов, говорит Анастасия Шумкова, эксперт по лидерству. В процессе активного диалога и игры воспитанники детских домов и интернатов учатся самореализовываться, отставить свою точку зрения и раскрывать сильные стороны своего характера. Я бы очень хотела, чтобы они поверили в себя в первую очередь, что они точно такие же ребята, как все, они могут достичь в этом мире очень больших целей. Цели мы ставим и к ним стараемся прийти. Страхи живут только в нашей голове. Избавьтесь от них, и тогда вы по-другому посмотрите на мир, говорит Виктория Левкина, эксперт по жизненным навигациям. Общительным это очень хорошо, потому что когда ты общаешься, у тебя больше друзей, ты не один, тебя поддержат. Фаина Парчухаева из Кабардино-Балкарской республики после тренинга Марии, эксперта по коммуникациям, выходит воодушевленной и уверенной в своих силах. Говорит, что благодаря этому тренингу избавилась от своих внутренних драконов. Так девушка называет негативные чувства в душе. Ветеранный детский центр мне очень понравился. Я тут очень много чего узнала, вообще раскрылась. Я вообще думала, тут скучно, но мне очень понравилось. Тут хорошие вожатые. Тренинги там очень интересно, мы узнаем, как общаться, как свои чувства выявлять. Николай Букуров, воспитанник детского дома из Новомосковска, не ожидал, что его жизнь изменится за эти 2 недели. Он стал капитаном команды «Пираты», научился не бояться выступать на сцене, но главное, нашел новых друзей, одним из которых стал Артур Абрамян из Славянска на Кубани. Вообще стеснялся сперва, как бы неудобно было, вот. Потом как бы все потихоньку начинаю знакомиться, участвовать, все больше нравится, уже перебарываешь свое вот это вот все, чувства свои. И все интереснее и интереснее каждым днем. Отсюда уезжать очень не хочется. Здесь очень здорово, здесь вот много народу, как бы интересное все здесь. Эксперты образовательных площадок результатом работы довольны. Уже сейчас многие мальчишки и девчонки смогли самореализоваться и даже определиться с выбором будущей профессии.